Добрейшего времени суток, народ. Вот я уже нахожусь в аду, в новой броне, полностью подготовленной к убийству Стены Плоти. Но давайте вернемся немного в прошлое. Чтобы ваш мир перешел в режим хардмода, придется убить Стену Плоти. Но для начала нужно хорошенько подготовиться. Первым делом мне нужно добыть грибы, кристальные сердца и обсидиан. Эти предметы находятся под землей. Найти грибной биом не составило труда. Теперь нужно раздобыть сердец, чтобы достичь отметки здоровья в 4 сотни. Только я хотел отправиться за обсидианом, как нашел пчелиный улей. Что ж, пчелонаты тоже не повредят. Итак, вернемся к основной цели. Обсидиан появляется при контакте воды с лавой и понадобится нам в приличном количестве. Поэтому я использовал простейший генератор воды, чтобы упростить эту задачу. С помощью грибов прокачиваем наши зелья лечения, чтобы они восстанавливали по 100 здоровья. Также скрафтите от 2 зелий обсидиановой кожи. Время отправляться в ад, он всегда расположен в самом низу карты. Выпиваем зелье и смело плаваем в лаве, добывая как можно больше адского камня. Стоит побродить по самому биому. Здесь находятся запертые теневые сундуки с приятным лутом, который может пригодиться при убийстве босса. Для его открытия понадобится теневой ключ, который мы нашли в данже. Использовать его можно неограниченное количество раз. Не забудьте прихватить адскую печь, они здесь на каждом шагу. Одной вполне хватит для переплавки руды. Чтобы призвать Стену Плоти, нужно выбросить куклу Вуду в лаву. Она находится в лапах у одного из демонов. Так что прежде чем уходить, позаботьтесь о приманке для босса. Во время зачистки ада я выбил отличное йо-йо каскад. Это как раз кстати. Всю добытую руду объединяем с обсидианом на адской печи и создаем полный сет адской брони. Из оружия я решил сделать меч посильнее. Вот мы и вернулись к началу видео. Я построил длинную дорожку, на которой буду сражаться. Давайте уже покончим с этой проблемой на полэкрана. Вполне вероятно, что у вас могли остаться какие-то вопросы по поводу Стены Плоти, поэтому я оставил аннотацию на достаточно подробный гайд по этому ключевому боссу. Я пришел к выводу, что это заключительная серия основ Террарии. Пройдя через этот путь до хардмода, вы уже многому научились. В связи с этим я сделал опрос в паблике, от которого будет зависеть дальнейшее развитие этого сериала. Возможно, будет продолжение в хардмоде, или вовсе новый проект. Решать только вам.
Спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал, если тебе понравилось видео. Также вступай в паблик, чтобы быть в курсе всех новостей.